Инспекторы ДПС Илья Макеев и Евгений Ефремкин 20 ноября были на дежурстве. При патрулировании автодороги Саранск-Крузаевка около поворота на поселок Левжа они заметили на обочине «Ладу Калину», которая стояла с включенной аварийкой. Ефремкин и Макеев остановились, чтобы выяснить, не нужна ли помощь. Было установлено то, что данный автомобиль «Лада Калина» стоял с повреждениями. Вот. Водителю было предложено пройти в салон патрульного транспортного средства, чтобы погреться, а также для оказания содействия. Напомним, в понедельник в Мордовии была метель. На трассе в такую погоду, пусть и недалеко от населенных пунктов, оставаться в машине было небезопасно. Обратиться за помощью к другим автомобилистам в этих сложных метеоусловиях водитель не рискнул. Инспекторы попробовали своими силами найти поломку, но решить проблему не удалось. И тогда полицейские вызвали эвакуатор. После спасательной операции автолюбитель поблагодарил госавтоинспекторов за неравнодушие. Анастасия Есемушева, программа «Происшествия».